Таджики могут сесть и надолго. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как война повлияла и на нашу страну. Подписывайтесь на наше обновление, точно будете в курсе всего самого интересного. Публичные призывы взять Киев или уничтожить врага в Таджикистане могут быть квалифицированы как уголовное преступление. Уголовный кодекс республики рассматривает такие предложения, как публичные призывы к развязыванию агрессивной войны, даже если они не касаются самого Таджикистана и публикуются в комментариях в социальных сетях. После того, как российские войска вошли на территорию Украины, в Таджикистане разгорелись нешуточные споры. Часть граждан поддерживает агрессию России против своих соседей, часть нет. Своими мнениями граждане делятся в социальных сетях, журналисты также не остаются в стороне от темы и говорят материалы, посвященные конфликту. Среди высказываний со стороны неравнодушных граждан есть и довольно радикальные призывы, например, взять Киев или уничтожить врага. Такие предложения они оставляют в комментариях в социальных сетях или на постах на своих личных аккаунтах. Однако в Уголовном кодексе страны есть 396-я статья, которая предусматривает ответственность за такие публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. Наказание за нарушение этой статьи в зависимости от обстоятельств, штрафы и уголовные сроки от 5 до 10 лет лишения свободы. Эта статья является результатом части 1 статьи 20 Международного пакта о гражданских и политических правах, принятой резолюцией номер 2200А Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1966 года. В ней говорится, всякая пропаганда войны должна быть запрещена законом. Таким образом, призывы к агрессивной войне являются уголовно наказуемыми у большинства стран мира, членов ООН. Кстати, у любых преступлений имеются сроки давности, даже за тяжкие и особо тяжкие преступления по истечении 10-15 лет с момента совершения преступления лицо может быть освобождено от уголовной ответственности. Но срока давности не применяются к лицам, совершившим преступления, прописанные в главе 34 Уголовного кодекса, куда и входит статья 396. Так, согласно части 6 статьи 75, к лицам, совершившим преступление против мира и безопасности человечества, срок давности не применяется. Значит, человек может быть привлечен к уголовной ответственности за публичные призывы к развязыванию агрессивной войны до конца своей жизни. Поскольку эти призывы являются преступлениями в большинстве стран мира, то в отношении человека могут возбудить уголовное дело и в других государствах. А как вы относитесь к таким статьям? И согласны ли вы, что все агрессоры, которые посягают на суверенитет и гражданскую свободу другой страны, должны быть наказаны? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Но ведь граждане не призывают воевать против Таджикистана. Но и это и не имеет значения. Сам факт призыва к агрессивной войне против других государств является преступлением. Если же граждане призывают к войне в отношении Таджикистана, то тут действуют другие статьи главы 29 Уголовного кодекса республики. Преступление против основ конституционного строя и безопасности государства. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны – это призыв к обществу, письменный или устный, о необходимости развязывания войны против другого государства, что в принципе сейчас делает Россия. Призывы могут содержаться на площадках медиа или в интернете, в том числе на личных страницах пользователей в социальных сетях, а также комментариях к постам. Как правило, человек обращается к обществу и объясняет необходимость развязывания войны и целесообразность проведения военных действий. Также в таких призывах могут содержаться обращения к представителям власти с призывом к войне или военным действиям. Призывы, как правило, имеют свои признаки. Для установления факта наличия призыва важно, чтобы обращения в той или иной форме к обществу по своему содержанию были прямо направлены на возбуждение или укрепление желания людей или представителей власти к развязыванию агрессивной войны. При этом не обязательно, чтобы по результатам этого призыва были начаты военные действия. То есть наступление каких-то последствий не обязательно. Преступление считается совершенным с момента факта самого призыва. Окончательную оценку при совершении любых преступлений, в том числе по статье 396 Уголовного кодекса Таджикистана, дает суд на основании результатов следствия и судебного заседания. Если журналисты цитируют источник информации, то журналист или СМИ не должны нести ответственность за его слова. Но окончательную оценку опять-таки дает суд. Кроме того, из самой статьи не должен исходить призыв к развязыванию агрессивной войны. Для того, чтобы определить, суд должен назначить специальную экспертизу журналистского материала. А как вы относитесь ко всем агрессорам в интернете, которые, не понимая ситуации, призывают людей к войне? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!